Да, вон она, нормальная. Большая, да. Держи, как Моспит трясется. Блять, я сюда прошел просто, бля, я бы ебанул, но я хочу срать, ёпта. Нет, ну как раз в полете. Это будет забавно. Сейчас дети будут после вас прыгать. Он уже сгорел, смотри, весь красный. Уже пора одеваться. Как там стоите-то вообще, блядь, пиздец. Нормально стоим, они же пристегнутые. Вон, смотри, веревина, блядь. Куда ты руки денешься, блядь? Даже если начнешь отсюда ёбнуть, то нихуя не будет. Повесишь на страховке и все. Все же безопасно. Мы же не самоубийцы, нахуй, просто так отсюда прыгали. Тут мелко, нахуй. Да, даже с девочкой была. В том-то и дело, что здесь мелко. Здесь на килограмм 30. Вот, она зависит. Боюсь, что я думаю, блядь, сделаю быстро. Не разгонишься. Не разгонишься. Видишь, веревка провисает. Под твоим весом она... Ну смотри, сейчас они вдвоем поедут, обрати внимание, куда они сейчас нас 130 вместе. Да. Как они разгонятся и где они остановятся, обрати внимание. То есть они сейчас еще будут, ну, до берега грести руками. Ну, заверху. Съедет она. Я нам забыл пацаны снять. Нормально, что ты, Андрюх. Я боюсь. Да нормально, что ты. Будь не паришься, я боюсь, я говорю, боюсь. Ну, правильно, ёпта. Страх — это реальная вещь. Так, стой, 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 стой. Они сейчас вон по воде будут жопу чертить. А башни неравномерно. Нагрузка, да? Прикольно. Я думаю, ну, вот они не ты даже не доедешь, да? До берега ты не доедешь. Вот 130 поехали. Блин, почему до воды вообще? Нет, он может быть поближе подъедет. Но ты побьешь. Потому что один ролик. К берегу, потому что ты один. А их двое. Ну, у них площадь больше. И все. А там тебя уже прыгал. Мне далеко до воды. Давай, короче, выходи сюда, цепляйся, не еби голову. Конечно, Андрюх, что уже, блядь, оделся, собрался. Потом жили. Ёпт, именно, блядь, у меня жена, блядь, такая же, вот как ты, знаешь, сначала, но... потом, ухуя, давай еще, ёпт. Что такое? Все, ты пристегнут, вылезай. Я боюсь. Что мне делать там, висеть просто нахуй? Не, а ты не будешь висеть, ты вон там, видишь, там не глубоко, там по пояс. Делай, лохуй, пусть не глубоко, мне страшно. А, там не глубоко, и тебе нужно там просто держаться вот за бутюровку и все. Висеть и все, и нихуя не делать. И, ребят, я боюсь пизду нахуй. Я реально боюсь, да. Заебись, Андрюх, сейчас кайфанёшь, знаешь, как раз. Сейчас тебе прям да. Тестостерон прям бах, блядь, нахуя себе ебанул, блядь. Подвиг. Китайцы, знаешь, все приезжал, все. Еще, блядь, с моста ни разу не прыгал. Ну все, пора лезть. А вон там будет, наверное, стимул прыгнуть. Да, быстрее лезть и все. Давай, если с моста не прыгал, давай, будет что вспомнить. Давай, 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 залезай, я не знаю. Что, тебя снимут вон на камеру, видишь? Посмотришь потом. Как ты боишься? Боюсь страшно. Давай, Андрюх. Давай, залезай. Блять, я тебя поддерживаю, стою. Да все боятся, господи. Все боятся, я знаю, видишь, боюсь же. Да, главное перелезть и все. Убьешься нахуй, я же пристегнут. Вы здесь тоже пристегнуты, нихуя страшно. Ничего страшного. И ты тоже пристегнут, нихуя страшно. Лезь. Давай, братан. Держи его. Я с тобой. Давай. Сверху, блядь. Мы его следом отправим. Да. Ну тут, конечно, да. Ты ж не Коля, ёпт. Давай. Вон, он даже без страховки полез. Да, вот это там зря. Без страховки не надо там лазить, да? Ладно, сорвешься, ебать его в рот. Знаешь, что говорю? Залезь обратно, а? Да сам отлетал, нет? Да, нет, три раза. Развалится, три раза сегодня. Поскользнуться можно, да, случайно. Да, поскользнуться случайно можно. А? Я тебя отсюда прям... Блядь, я вообще не знаю, бля, почему это, просто мне страшно.
Я просто не понимаю, как лететь может быть. Мне тоже было страшно, как лететь, просто. Ты же видел, как сейчас Саня летел? Вот так же и полетишь. Кайфово и с криком «Еху, классно, еще хочу». Да. Давай. Ну вот парни, блядь, ну. Слушай, мы тоже когда-то начинали в первый раз. Одел хуйню, давай уже лезь. Вот я тоже боялась. Она сегодня первый раз прыгнула, просто взяла и прыгнула. Ну да. Ничего, нормально. Вон, собаку так можно с собой взять, она и тот не боится. Собака, ты ведь не боишься? А ваша собака не боится прыгать? Да, да, да. Собака даже не поймет. Собака, по-моему, идет. Да нормально, все, меньше разговоров, больше. Не знаю, блядь, мне сейчас пиздец очковый. Я просто не понимаю, что делать там, что там. Ничего не делать, просто делать. Вообще ничего не надо. Ты смотри вот вперед перед собой, получай удовольствие. Ну, потому что в следующий раз это вниз, будет уже не здесь. Да, да. Незабываемое ощущение полета да. Над рекой. Если только специально сюда не приедешь. А ты не приедешь, если сейчас не попробуешь. Так что... Ну давай, ты перелезь, постой там, если не понравится, залезь обратно. Ну там уже как бы... У тебя есть шанс. Уже будет проще. Попробуй перелезть хотя бы на ту сторону. Колян, едет ты, Колян. Да хоть ты хоть, потом я следую Путин с тобой, ебану тоже. Я, блядь, не могу сейчас досилить. Мне кажется, Колян не испугает. Сердце нахуй остановится. Да ладно, сердце. Колян, давай тогда ты, я не знаю, блядь. Не, у меня, блядь, Серёна, у меня спохмель, мне это всё хуёво. Ребят, вы уже определитесь. Или мне здесь до утра с вами стоять, пока вы протрезвеете. А чё, этот уже ушёл, что ли? Походу, его сейчас заебал. Он поднимается сюда. А, сейчас этот, Сусанин сюда придет, кому-то мозги вправлять. Да. За руки, за ноги. Да, он уже идет, да. Сейчас, видимо, я поеду, а там буду ловить его, Сусанин здесь вправит мозги. Давай залезай, что-то как баба моя прям, блядь. Не знаю, серьезно. Страшно, что это. Я могу чего сделать, блядь. Другие за деньги платят. Да, за это, притом реально не маленькие, да, иногда. Ты все время снимаешь, все время. Конечно. Ну, я очковую, очковую. Ну, так надо перебороть. Это бывает, да. Я же тоже очковала, два раза деньги. Пропустила, не залезла даже. Сегодня одела, встала, пошла, все. Видишь, прыгнула и собираюсь сейчас еще прыгнуть. Иди, одевайся пока. Да я постою пока, потому что переварилась. Смотри, куда мне сейчас спрятаться? Ты сейчас прицеплен сюда. Да. Проходишь под вот средним. У тебя две веревки. Двумя. То есть ты сейчас переходишь сюда, ты прицеплен сюда. Мы одну отцепляем, цепляем сюда. Да, то есть ты пристегнут и сюда, и туда. То есть ты упасть в принципе не можешь. Потом мы отцепляем вот эту, ты все еще пристегнут сюда. И ты тупо едешь. Причем по двум веревкам, по одной. Ролики вот висят. Вот висят ролики твои. Ты будешь пристегнут на две веревки сразу. Да, ты будешь пристегнут на две. Ты просто вот сейчас туда, ты пристегнут на две сюда. Когда ты сейчас лезешь сюда, мы одну перецепим туда через ролики. И все, потом тебя отсюда отцепим, и ты поедешь. То есть, ну, нихуя страшного и опасного нет. А? Че говоришь, Вань? Ну, потому что это ремень, он так идет. Не, ну просто. Блять, ну... Все, когда будет первый раз. Вообще ничего. Ну, поехали, без всего. Не, ну это просто поехали. Ну иди так, кстати. Я не буду это. Мне страшно, на самом деле. Все страшно, да. А? Пух летит, да? На солнце. На солнце поебал. Полет 20 секунд. А теперь будет еще меньше, потому что вы где-то ближе. Вот это никто не ловит, все уже. Чижгара, поехали. Бля, ну тут надо человека он отправить, он ни хера не едет. Он боится, поехали, пока он боится. Ну поехали. Вдвоем? Да. Вообще вам похуй, да? Того. Кусай, а зачем ты через верх лазишь? Это же реально неудобно. Блядь, ну хочу я через верх. Хочу, хочу. Я, допустим, шоколадку хочу, и чё? Блять, поздравляю. Купи шоколадку. Где купить-то её? Вот, он пристёгнут. Вот, видишь, что он делает? Он сейчас пристёгнут и не парится, ему похуй.
Вот сейчас зацепится туда. И он резко стегнет. Нет, не пришел никакой, вообще не знаю, куда цепляться. Мы тебя прицепим сами, не надо тебе никуда цепляться. Тут я не знаю. Будешь стоять рядом, я буду стоять, тебя прицеплю. Че, боишь? Нет. Сань, сколько ты весишь? 90? С хуем. С хуем. Ну и я 85. Итого 180. Вот мы сейчас вдвоем поедем. Интересно, как мы сейчас... Алкоголики, блядь, я дару, давай. Ну, алкоголики. Вот, видишь, я тоже пристегнул. Мне даже хуй ты, блядь, провалился нахуй со страхом. Так ты же бодрее держишь. Гора. Годи, Сань. Сейчас дай. Я законтрюсь. Оставь ролики. Чего тебе надо? Ролики есть. Где? Вот, блядь. А, у тебя двое? Да, у меня две пары. Ну ладно. Годи. На, узкий. Да. Я поеду в пизду рисковать, нахуй. Ебать его в руку. Есть еще. Чем ты рискуешь-то? Ничем ты не рискуешь. Нечем рисковать. Безопасно. Безопасно, я не знаю, там на 99,999 тысячных. Просто боюсь. Ну понятно, все боюсь. Не знаю, готов что хочешь, блядь, хуй знает. Мне кажется, мне проще прямо прыгнуть, так чем, блядь, эту хуйню поехать ебашить. Да ну. Хуй там цепляются, цепляются, хуй, блядь, если не тебя цепишь, там их канат стереть насчет. Ебать его в рот. Нахуй лучше что, нахуй контр? Пизду. Буду лошара ебать. Пусть пускай будут лошары. Так, да, мой. Высими. Ой, бы высими. Прижимайся. Пора взять, не упадись, нахуй. Разобьешься, нахуй, ебать. Да, мы нахуй не боимся. А не пристегнуты? Я тебя встегиваю. Да, давай. А нахуй, нахуй тебе надо? Не надо, не надо, не надо. Я пошли не поеду. Я упал, я в рот хуйню, блядь. Все? Все? Все, давайте. Раз, два. Три. Ты стоишь? Три. Три, 15. Поехали. Поехали. Они как-то иначе летят, да? Как-то параллельно друг другу. А те, так сказать, лицом друг к другу. Они же вдвоем топятся. Сразу. Ну, прикольно. Иди в студию, чёрт. Ну, я иду.